Очень странное сравнение. Huawei принижает возможности камер конкурентов, рекламируя Huawei P30 Pro. Вчера компания Huawei провела пресс-конференцию, на которой были представлены флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro. Последний получил максимальный балл 112 в рейтинге DKSA Mark. Однако по качеству видео новинка уступила Xiaomi Mi 9, о чем не забыла упомянуть компания Xiaomi. Пересмотрев внимательно презентацию Huawei, мы вынуждены констатировать, что Huawei очень странно сравнивала возможности камер iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10 Plus и Huawei P30 Pro. На фотографии с карандашами вопросы не возникают, так как не указаны параметры, с которыми делались снимки. Но затем вопросов становится все больше и больше. Обратите внимание на значение ISO и выдержки. Какой смысл сравнивать фотографии, сделанные на смартфоны с настолько разными настройками? Дать ответ на этот вопрос, вероятно, могут многие, но большинство просто посмотрит на более яркие картинки. В комментариях в Twitter пользователи опубликовали несколько фотографий, которые позволяют оценить, на что способна камера выпущенного более 3 лет назад Samsung Galaxy S7 в ручном режиме. Повторяем, последние 3 фото сделаны на Samsung Galaxy S7.